просто невероятный движняк. Город Зеленоградск, поселок Малиновка. 10 сентября. Отличная погода стоит. Много людей тусит, гуляет, загорает, купается. 27-28 градусов. Теплее, чем было летом. Я хочу прогуляться, показать, как выглядит пляж, море. Серфов, целая группа людей купается, тренинг учится. Здесь находится кафе «Гнездо», очень популярное место, такое тусовочное. Вся терраса забита, тусит много людей. Люди приезжают семьями. И до сих пор продолжается купательный сезон. Вода гораздо теплее, чем была в летний период. Хочу отметить, что это даже не черта города, это за городом от центрального вокзала, железнодорожного автовокзала Зеленоградска, порядка, наверное, 45 минут пешком сюда идти. Здесь людей гораздо меньше, чем в черте Зеленоградска, но людей очень много. Чтобы он ровно летел, чтобы он не вот так вот летел. Ух, а видите, вот у меня
народу просто очень много. И велосипедисты, и спортсмены, и люди на сабсерфах катаются.